Это новейший силиконовый состав. Он делает поверхность в 500 раз более скользкой, чем до использования. Я сейчас просто взлечу. А для ледянки он подходит? Вот и проверим раз. Только не предлагай его мне, Кларк. У меня же пластина в голове. Да, как я мог забыть? Знаешь, когда Кэтрин готовит что-нибудь в микроволновке, я на полчаса забываю о том, кто я такой. Правда, она уже не металлическая, заменили на пластиковую. Не знаю, как отреагируют детишки, когда увидят пластиковую штуковину у меня в мозгах. Думаешь, увидят, Эдди? Знаешь, она вот сюда мне вшита. Здесь ничего нет. А тут есть. Если мне эта пластина, не знаю, что бы я делал. Я понимаю. Сниму первую пробу. Будь осторожен, Кларк. Постараюсь, Эдди. Итак, встречайте. Новая модель сверхзвуковой ледянки. За рулем Кларк Гризволд-младший. Дети, не пытайтесь повторить это, я профессионал. Скоро увидимся. На старт. Внимание. Прямо в точку.